Добрый день! Сейчас покажу вам вот такой наборчик, который мы купили в розетке. Это рюкзак-раскраска робот от производителя Стратег. В такой коробочке. Вот. Изготовитель МИР. Город Одесса. Сейчас мы рассматриваем. На обратной стороне вот. В набор входят фломастеры, глиттерный клей и рюкзак-раскраска. Вот такой рюкзачок. Становится вот таким, как я понимаю. Отличное украшение, яркое приобретение, способствующее развитию художественных навыков ребенка. Ну что, посмотрим, что там внутри. Итак, достали мы из коробочки весь набор. Показываю фломастеры. Есть 5 штук разных цветов. Розовый, зеленый, желтый, голубой, красный. Глиттерные краски 4 цветов. И посмотрим рюкзачок. Вот такой интересный рюкзачок. Вот так он и нарисован. Вот с этими штучками мягкими. Это робот. Не раскрашенный. Кстати, он и не раскрашенный, красивый. Сзади лямочки регулируются по длине. Есть даже ручка-петля. Сейчас я открою рюкзак. Рюкзачок на одно отделение. Никаких кармашков дополнительных нет. Вот такой отдел один. На молнии. Ну, вот и весь рюкзак. Сейчас покажу еще, как пишут фломастеры. Вот я фломастерами написала. Вот самое лучшее пишут три последних. Желтый, голубой и красный. Розовенький и зелененький. Это немножко слабовато пишут. Ну и вот глиттерные краски. Вот я тут немножко капнула. Покажу наполнение. Вот такая штучка. И в ней внутри клей этот. Рюкзачок рекомендую. Классное занятие. Ребенок сам раскрасит, как ему нравится. Может так, может другие комбинации цветов использовать. И, пожалуйста, носит свой собственный рюкзачок собственного изготовления. Всем спасибо за внимание.